Городской округ Люберцы отметил День народного единства. В учреждениях культуры и образования провели множество интересных и познавательных мероприятий. Это круглые столы, открытые уроки, выставки. Кроме того, два дня подряд, 3 и 4 ноября, в городском округе проходил масштабный фестиваль, посвященный празднику. Он открылся в Люберецком ДК. Вот так ярко и красочно встречают гостей торжественного собрания, посвященного Дню народного единства. А символом этого мероприятия стали воспитанники 16-й гимназии, которые вышли на сцену в различных национальных костюмах. Несмотря на то, что 4 ноября отмечается в России как День народного единства относительно недавно, история этого праздника уходит в далекое прошлое и связана с периодом смутного времени. Как и 9 мая, этот день символизирует победу и сплочение народа против общего врага. Но самое главное и основное, вот в сегодняшние дни мы с вами наблюдаем, конечно же, это мир. И мир, он достигается посредством, когда сильна экономика, сильна армия, когда нет национальных вопросов. Поэтому я искренне пожелал бы всем нам мира, добра, благополучия. На праздничный концерт пригласили жителей городского округа. Среди них можно было встретить руководителей местных национально-культурных автономий. Напомню, что в Люберцах сформировано 6 национальных диаспор. Такое настроение и такой праздник, как сегодня, должен быть не один раз в год, как сегодня, а должен быть намного чаще, желательно каждый день, чтобы люди получали радость и море улыбок. А тем временем в фойе Дворца культуры организовали выставку, приуроченную к празднику. Кроме тематической литературы, здесь можно было наглядно знакомиться с культурой и традициями разных народов. Например, на армянской выставке представили не только национальные сувениры, но и блюда, которые предлагали попробовать всем гостям. Все мы разные, но при этом все мы люди, мы должны жить в мире, в согласии. Вот для меня вот этот праздник именно символизируется с миром. Луиза Егиазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.